Макет представляет собой усилитель. Свет, попадая на фоторезистор, меняет его сопротивление. По показаниям миллиамперметра мы можем судить об энергии света. Темновой ток составляет 11 миллиампер. Датчик находится сейчас в фиолетовой части спектра. Миллиамперметр показывает силу тока, соответствующую энергии, приходящейся на частоту узкой полосы спектра. Постепенно перемещаем спектр так, чтобы датчик попадал в ту или иную часть спектра. Показание растет. При дальнейшем перемещении спектра показание миллиамперметра уменьшается. В данном случае, как видим, датчик находится уже за пределами красной части спектра, но миллиамперметр показывает какое-то значение тока. Это возможно только в том случае, когда на датчик падают лучи, обладающие энергией. Это инфракрасный свет.